Пока на одном поле за Кубок Российского футбольного союза бьются будущие профессиональные спортсмены, на другом за трофей не менее для себя значимый сражаются любители. Это финал чемпионата Раздольского сельского округа по футболу, организацию которого поддержали депутаты городского собрания Сочи. Это наши все жители, молодежь, которая живет на территории округов. Мотивация у них одна, они любят играть в футбол, любят заниматься спортом, поэтому для них, ну, это самая основная мотивация. Они сами всегда проявляют инициативу, желание и как бы готовы в любое время начать участвовать в любом соревновании. В турнире участвовали 6 команд из сел округа: Мацеста, Краевско-Армянская, Прогресс, Богушевка, Измайловка и Орешник. В финал вышли Мацеста и Прогресс. Непримиримые соперники, финалисты прошлого года. Вот такое сельское дерби. Красиво. Ай, красота. В командах водители, рабочие, менеджеры, полицейские и бизнесмены. Все они соседи и все давно больны футболом. С детства. Состав сборных уже много лет практически не меняется от турнира к турниру. В Раздольском сельском округе такие соревнования проводят дважды в год. Это весенний кубок и осенний чемпионат. Мы буквально недавно проводили большой футбол в историю. Осталось массу впечатлений. Увидели красивый футбол, мировой футбол. И на фоне вот этого футбола, который проходил в том числе и в городе Сочи, молодежь, увидев, сегодня проявляет активность играть в футбол. В этом мы всячески поддерживаем молодежь. Депутаты городского собрания Сочи по 7-му избирательному округу Степан Кагасян, Таймурас Лабжинидзе и Эдгар Армаганян активно поддерживают такие турниры. Совместно с администрацией Хостинского района помогают в организации, арендуют футбольные поля, предоставляют призы и подарки победителям. Мы ежегодно принимаем активное участие, поддерживаем спорт, особенности футбол. Наш Раздольнинский округ такой, активные футболисты, занимаются спортом, футболом, подтягивают детей, окружение, поэтому это здоровый образ жизни, мы это поддерживаем. Финальный матч завершился со счетом 10-3 в пользу команды «Мацеста». Чемпионы защитили свой титул. Турнир завершен. Победители и серебряные призеры получают заветные медали. Чемпион – заслуженный кубок победителя. Если он внутри человека футбол, он будет играть, что бы ни случилось, как бы это ни случилось. Поэтому что до чемпионата, что после – одинаково. Мы все горим, даже вот с травмированной ногой. Все равно прихожу, переодеваюсь, если нужно, то буду играть. Вот, и также и все остальные. Турнир завершился, но команды продолжают активно тренироваться. Кубок Раздольского сельского округа по футболу разыграют уже весной. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.